большой привет, с вами Катя, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня будут покупки из Икеи, наконец-то дорвалась до Икеи, уже потираю ручки. Очень много покупок, и начну с самого классного, вот с такого вот блюда. Я его как увидела, вот просто сразу, такое крутое окно, огромное, деревянное. Ну вот, кстати, не пахнет, у них есть еще такие бамбуковые, глубокие подставочки для конфеток, для салата. Ну, вот это вот такое другое. Оно такое тяжелое из... Какое это дерево, кстати? Тут не написано. Написано Made in India, представляете? Классное, тяжелое. Сюда сложить фрукты будет очень красиво смотреться на большом столе. Вообще, я его планирую, может быть, для фона видео использовать. Сюда, может быть, свечки поставить или, ну, какие-то бусы. Вот, ну, какую-то красоту сюда сложить. Классное. А также из декора взяла вот такие вот шарики, тоже их давно-давно хотела, их можно куда-то повесить, можно тоже в какую-то вазу, в блюдо прямо так положить эту штуку, можно сетку снять, положить без сетки, ну, тоже такие вот, знаете, люблю вот такие всякие интерьерные штуки в Икее, смотрится это все очень здорово, интересно, ну, вот даже вот так вот, посмотрите, как классно смотрится на фоне видео, мне кажется, это будет просто супер. И меня как-то вот понесло меня по дереву, решила я в ванной тоже обновить все свои вот эти вот штучки, такая вот подставочка для зубных щеток. Здесь, ну, такая вот в дырочку пластиковое дно, то есть вода будет вся стекать и не будет ничего намокать, ничего портиться, то есть удобно. Такая же мыльница и из этой же серии, из такого же дерева органайзер. Здесь два органайзера в комплекте, то есть... Такой вот и поменьше. Они классно, удобно закрываются, то есть сверху крышку поставили, и в эту крышку она вот как бы с бортиками тоже можно еще что-то поставить. То есть внизу что-то, ну, например, ватные диски, ватные палочки, сверху там крем для глаз, крем для лица хранится. Ну, как вариант, да, ну, прикольно, удобно. Следующее из пробки, вот такие вот два подстаканника, они... такие милые, они такие классные, когда в них ставишь кружку с чаем. Ну, как-то это так вот по-домашнему, так уютно. Ну, они действительно классные. Также прям взяли несколько комплектов таких подставок под горячее. Здесь в одной упаковке три штуки, вот у меня три упаковки. Мама у меня их использует под цветочные горшки. Смотрится действительно классно, и горшок вот не елозит по поверхности, никаких ни царапин не будет, ничего, удобно. А я взяла, планирую использовать по прямому назначению, мне как раз сломалась, у меня была деревянная подставка под горячее, она треснула, я ее уронила. И вот эти штуки я как раз таки планирую использовать по их прямому назначению, как подставки под горячее. Раз мы начали кухонную тематику, то продолжаем. В ней же две разделочные доски. Они стали другого цвета и они немножко из другого материала. То есть старые, они были в комплекте красные и зеленые. Они более плотные, ну, такой вот пластик более толстый. Вот этот пластик более тонкий и внутренняя, ну, как бы, одна из поверхностей, она более рифленая, то есть доска не будет елозить по столу, потому что из старой вот этой коллекции доски, они с обеих сторон были гладкие. Так что вот эти вот немножко другие. Опять же, с одной стороны удобнее, с другой стороны они тоньше, чем те. Не знаю даже, надо пробовать. Дальше вот такой вот органайзер для ложек и вилок, собственно, взяла моя мама для ложек и вилок. Салфетки стоят, по-моему, 12, что ли, рублей 100 штук, все берут в Икее салфетки, так что салфетки аж целых две упаковки. Целая вот такая вот тоже упаковка, бюджетные кухонные полотенчики, они маленькие, вот такие вот удобные, и я такие полотенца использую. Ну, знаете, ой, Макс, у меня ухватился. Вот Максу как раз вытирать слюни где-то, вот, ну, что-то вот с таких вот целях именно для Макса. А мама взяла именно как кухонные полотенчики. Следующая для кухни вот такая вот баночка. У этих баночек очень плотная крышка, ну, достаточно так герметично закрывается. В ней очень красиво смотрится мед или какое-то варенье, или, может быть, там маленькие конфетки типа Skittles или M&M's, и вообще сама такая баночка прикольная. А в Икее на выставке эти баночки стоят, по-моему, в ванной комнате. То есть, в принципе, использовать можно вообще как угодно, но баночка, правда, такая милая, хорошенькая. Макс у меня играет, сейчас я тебе отдам, минуточку покажу. Вот такой вот мячик, 99 рублей, и...
О, все, пошел дальше играть банкой. Он прикольный, мягкий и приятный такой, его трогать, ну, для ребенка приятно. И я, если честно, не сразу отрезаю бирки на всех игрушках, потому что он просто обожает грызть вот эти вот именно бирочки. Я на всех игрушках эти бирочки оставляю, ну, нравится, ребенку пусть себе грызет. Свечка. Свечки в Икее — это отдельная история, там можно вообще ходить, я не знаю, часами, но так как мы ездили с Максом, поэтому я просто вот метеором пролетела через отдел со свечками и схватила вот такую, вот она в такой банке, крышка закручивается. О, пахнет потрясающе, здесь нарисовано лаванда и мед. Очень вкусный запах, он достаточно резкий. Вот так вот нюхать, запах резкий, но я думаю, когда она будет гореть, будет очень такой приятный тонкий аромат по всей квартире, прям вот такого сладкого меда и лаванды, ну классно, это серия 2017 года, так что новиночка. Из кухонной тематики еще вот такой вот заварочный чайник, тоже взяла моя мама, у меня такой заварочный чайник есть, он классный, он очень удобный, он какой-то вот такой вот, знаете, ну приятный им пользоваться. Классная крышка, плотно закручивается, прям вот одной рукой можно, крышку снял, налил воду, крышку закрутил. Он классный, очень удобный, красивый, я люблю заваривать чай в этом чайничке, так что вот такой вот. Следующие тапки. Тапки для гостей, несколько пар, одни чуть поменьше, ну как женские, другие чуть побольше мужские, но это всегда нужно, стоят копейки, и когда приходят гости, в общем-то, они очень-очень сильно выручают обычные нормальные тапки. Они получше, поплотнее сделаны, чем вот эти вот, знаете, белые одноразовые тапочки, но тем не менее не какие-то большие такие, вот знаете, ну которые занимают много места. То есть маленькие, хорошие, удобные и вполне себе отличные гостевые тапки. Еще органайзеры, новая тоже коллекция, вот такие вот два, они шли в комплекте. Один с такой вот перегородкой и один вот с такими тремя отделениями. Здесь очень интересное крепление, не на молнии, как стандартные икеевские крепления, а вот такие вот липучки. Ну, интересно, липучки крепкие, ничего не разваливается, то есть все достаточно плотно, дно плотное, вот эти вот бортики плотные, хорошо так, ну, добротный контейнер. Еще один контейнер, вот такой вот огромный, даже не входит у меня в кадр, это контейнер на молнии под кровать. Днище состоит из трех плотных отсеков, то есть его можно свернуть прям компактно. Ну, а когда в нем лежат вещи, то есть он вот такой вот будет. Здоровенный большой контейнер, но это очень удобно в него сложить, например, пуховики, ну, или там зимние вещи убрать под кровать. Ну, или наоборот, летние вещи, елочные игрушки, ну, вот что-то такое сезонное убрать под кровать, это прям, во, очень-очень удобно. Ролик для одежды пользуемся часто, у нас Шакира систематически линяет, мне кажется, она линяет не два раза в год, как все нормальные кошки, а все 365 дней в году, поэтому вещь в нашем доме очень часто используемая. Две упаковки батареек, пальчиковые, мизинчиковых у меня много, поэтому в этот раз не взяла, но батареечки, они всегда нужны во всякие девайсы, ну они на самом деле у нас очень быстро куда-то уходят, часы, еще что-то, я вот сейчас даже не могу назвать, куда, но они всегда нужны. Также взяли вот такой вот большой преддверный коврик. Сейчас грязь такая на улице, слякоть, ужас. И, конечно, остаются следы, песок. И вот такие коврики дома, они спасают. Они классно задерживают песок. Естественно, вся вода вот с сапог на этом коврике. И плитка не грязная. То есть такой вот большой достаточно. Ну, такой средних, можно сказать, размеров, а потом на лето мы его убираем, когда уже на улице сухо, и кладем в шкаф, где хранится обувь, в шкаф-купе в коридоре. То есть, в принципе, это тоже удобно, и я не люблю летом, когда сухо, чтобы вот лишние какие-то ковры, лишние покрытия. А именно когда зима и грязь, вот, ну, весна, поздняя осень уже, вот когда именно слякотно и сыро, вот эти коврики очень-очень выручают. Давно не были в Икее, и там очень много новинок. Вот, ну, например, вот эти вот контейнеры, их раньше не было, с, ну, вообще вот с такими разграничителями и новая, ну, вот эта вот система складывания, то
то, что не замочки, потом вот эти блюда большие, деревянные, которые я самая первая показала. Очень много всяких новиночек, прям глаза разбегаются. Ну и заканчиваю на еде. Первое, естественно, что взяла в магазине в Икеевском, это фрикадельки. Обожаю эти фрикадельки, они очень быстро готовятся. Макс, видимо, тоже, мне кажется, ему понравится, когда он их начнет есть. Они очень быстро готовятся, они очень вкусные. К ним вот такой вот мясной соус, его надо варить, но он прям очень вкусный. Я прям две пачки схватила этих фрикаделек. Огромная шоколадка, шведская фирма Марабу, очень вкусный шоколад. Тоже вот такую мы еще не пробовали. Это King Size, кстати, огромная, по-моему, с кусочками апельсина. А, шоколад с карамелью и кусочками миндаля. Вкусная вот эта вот фирма Марабу, шоколад просто потрясающий. И вот такая вот шоколадная паста, тоже с кусочками карамели. Какая она вкусная. В ней именно кусочки карамели, прям классно. Особенно с блинчиком, если еще в этот блинчик намазать вот этой пастой и завернуть в блинчик банан. Это просто мега вкусно. Все, на этом заканчиваю. Надеюсь, вам было интересно, видео понравилось. Не забывайте ставить пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, чтобы быть в курсе и не пропускать следующие ролики. А мы с вами увидимся скоро в следующих видео. Пока-пока!